Весна – время, когда Центр помощи бездомным животным «Доброе сердце» временно превращается в филиал, если только открывшие глаза малыши поступают в приют чуть ли не каждый день, и очень часто глубоко больными и требующими ежедневного лечения, чем волонтеры занимаются в ущерб другим подопечным. Едва появившись на свет, малыши уже нуждаются в неприятных уколах и других медпроцедурах, иначе болезнь победит неокрепший организм. Эти котята, можно сказать, обязаны жизнью волонтерам. Были очень слабенькие, особенно девочка. Самостоятельно кушать не умели, приходилось со шприца кормить. Как следствие, пошли проблемы с кишечником. Потому что, может, мы их перекормили, они же ведь мамочку пососут, отойдут, поспят, снова пососут. А мы смесью детской начали их подкармливать, детское питание покупали. Ну вот что-то вот пошло не так, и вот они у нас. Сразу-то поступили, уже стул жидкий был, тут совсем они у нас. Тут сейчас лечим, и вымоем, и уколы делаем. Завариваем кору дуба, как вяжущее вещество, чтобы остановить этот жидкий стул. В таком возрасте очень трудно их вытаскивать. Были случаи, что вот если энтерит у них, в таком... Еще у них иммунитет от матери не передалось, поэтому большая смертность бывает. Эти котята далеко не единственные малыши доброго сердца. В соседней клетке пищат еще трое маленьких бедолаг. Мы их уже показывали в предыдущем выпуске передачи. Пушистые малыши больше не пахнут соляркой и не болеют. Это тоже заслуга работников приюта с добрыми сердцами. Эти у нас повзрослее немножко, на недельку, наверное, разница. Но вот они с мамочкой-то подольше побыли, и уже они посамостоятельно, они уже так не болеют. У них аппетит очень хороший, с первого дня они у нас сами кушают. То есть и они уже у нас двое на броне. Мужчина возьмет сразу и мальчика, и девочку. Так что кому нужна девочка такая черненькая, пожалуйста, у нас она еще будет пока свободна, не занята. Спасая очередного новорожденного котенка, у волонтеров невольно встает вопрос, как до этого дошло? Ответ на поверхности. О стерилизации все еще не хотят слышать очень многие владельцы животных. Это запускает цепочку, приводящую к появлению с рождения никому не нужных котят и щенков. Именно пропаганде этих процедур в настоящее время Доброе сердце уделяет очень много времени и средств. Случаются такие у нас истории. Дождались, кошка загуляла. Вот нельзя будто к нам обратиться, ведь мы же уже везде пропагандируем. Обращайтесь, стерилизуйте. В доступных местах у нас и объявления вывешены. В группе нашей постоянно даем объявления о бесплатной стерилизации и о льготной стерилизации. Но нет, люди на это не идут, мамочка должна родить. Ну ладно, дождались приплода. Так вы хотя бы их вырастите, чтобы они подросли, это месяца полтора. Они в этот период получают иммунитет от мамочки. Они уже после этого вот не будут болеть. А получается, что вот таких малышей это выкидывают, им еще и месяца нет, когда к нам поступили. Часто бывает, к нам обращаются, идут на прогулку люди или идут мусор выкидывать. Допустили ненужный приплод, зачем-то куда-то их, они просто взяли в пакетик и выкинули. Такие у нас очень много случаев, вот как у нас весна, осень, такие случаи бывают. Люди, своя кошка родит, они в пакетик их и на мусорный бачок относят, вместе с мусором сдают. Это очень часто бывает. В телефонах волонтеров есть немало ужасающих свидетельств подобного бесчеловечного обращения с новорожденными котятами и щенками. По этическим соображениям мы не будем их показывать. Часто жизнь таких котят заканчивается там же. Люди идут на преступление. Выбросить легче, чем оплатить операцию. К счастью, у наших маленьких героев выпуска есть шанс на хорошую жизнь. Хотя бы у них. Программа подготовлена при поддержке Фонда президентских грантов.